Итак, друзья, дождались мы, год, наверное, прошел. Ну, до хрена прошло, скажем так. До хрена. Помните, на Фанатике мы открытие завода было, и была коллаборационная варка. На Фанатике. Блин, что там творилось, ребята? Что там творилось? Просто этот гриб, как они его распечатали. Ну, сейчас напомню. Друзья, ну у нас, я так понял, собирается огромная коллаборация. Будем идти на рекорд. Да, и более того, мы в этой коллаборации будем делать вообще нестандартный продукт. Это будет Belgian Triple, то есть одно сбраживание у него будет ЦКТ, второе дображивание будет в дубовой бочке, опа. Третье дображивание будет, скорее всего, опять же в дубовой бочке или в кеге, посмотрим, как это будет. Но мы туда будем добавлять еще один очень важный ингредиент. Какой? Это трюфель, черный трюфель, настоянный на виске. И, соответственно, это уже в конце, перед розливом, мы будем задавать эту штуку. Почему такая идея пришла? Ну, это Андрей Фролов пришел и сказал, что типа давайте что-то сделаем. Ну, такое вообще. Такое, что вообще, да, ну, вообще просто в голову не лезет. Черный трюфель добавляем. Ну ладно, и после этого пришла идея еще экстракцию сделать на виске. Мы обратились к ребятам в Goodwine. Ага. Валик посоветовал Руслана Замосковного. Это, ну, крутейший сомелье, купажист. Он вчера приезжал к нам, и он посоветовал нам вот это вот виски. Непосредственно это виски настоять с черным трюфелем. Посмотрим, что с этого всего получится. Что это вообще такое? Блин, черный трюфель на 10-летнем виски. Не знаю. Будем смотреть. Будем посмотреть, да. Тут не разберешься просто так, пока не сделаешь. Ну, там было просто шедевр. Все давали советы, что, как, да, кому. Толка огромная была. Сварили, ну, жесть жесткую, конечно, такой пивас трипель с охеренно дорогим виски. Сколько там лет? Не помнишь? Не помню, 9-10 лет. Да не, больше, ты что, какой 9-10, там 12 или 18 лет, что-то такое. Ну, короче, охеренно дорогой виски и черный трюфель. Мы его так нарезали, такой запах был просто. Умненько, да, пластиночками. Сначала сейчас затвор, потом... Первая пауза. Что, трюфель пошел? Ага, вот. Трюфель? Какой он из себя, хоть посмотреть? Сейчас смотаю. Тихо, ну честно, это то, во что он завернут. Блин, какая красота. Трюфель пахнет аммиаком. Трюфель пахнет чесноком. Первый раз в жизни держу в руках трюфель. Хорошо, а что мы делаем дальше? Ух ты! Сейчас мы ждем, сейчас. На запах такой интересный. Интересный такой запах. Класс. Да не тяни уже, ну сколько можно. Пошла жара. Интересно. Такой грибной, не знаю, аммиачный, не аммиачный, но грибной с какими-то специями. Такой интересный запах. Ты же неправильно режешь. Опять Некрасов ворвался. Он не по волокнам режет. Я по волокнам режу. Он не по волокнам режет. А мы говорили. А мы говорили. Ладно, Рик. Василий, что видишь, он не по волокнам режет. Как не по волокнам? Я по волокнам. Ну, трюфель так никто не режет. Конечно, не режет. А этот какой-то черненький. Ну, тебе нужно во Флоренцию на рынок пойти, посмотри, как режут трюфель. Ну, черт и шо. А у этого запах такой
понасыщеннее у черного. Кошмар. Трюфеля заливают виски. Десятилетний виски и три черных трюфеля. Ах, красота. Потом ребята выдерживали его в бочках. И получился вот такой подарочек. Продуктец. Правда, мы лоханулись. Не взяли. Не подготовились. Да, не взяли. Думали же, это пиво. Ну да, думали, придем сейчас, да. Откроем, как обычно, открывашечкой. Пробочка. А пивная пробочка. А тут, оказывается, винная пробка. Поэтому... Будем скрывать, как обычно, традиционно, что есть. По таким уголовным пацанским делам. Что под рукой нашли, то и применили. Саморез. Саморез и плоскогубцы. Необычно, конечно. Слышишь, ну ты лайфхаки лупишь. А что делать? Что делать? А ножка даже требует. Хочется. Душа требует попробовать. Нет такому вообще... Сам придумал. Жизнь научила. Так, тут поглавное... Поглубже, чтобы не вырвало пробку. Да. Давай я подержу. Все-таки. Идить колотить. Все, наливаем. Этот вариант был проще, чем я думал. Ну давай. Цвет, да, прикольный такой. Ну, как и всегда, я думал, насыщеннее будет, но такой. Смотри, карбонизация. Карамельный, да. Карбонизация интересная, не сильно пенка большая. Ну мелко зернистая. Ух ты, запах, конечно. Ну, блин, аромат. Запах. Так, прям... Ну, блин, благородно, мужчины. Очень благородно. Запах я даже не могу передать, какие-то ассоциации с медом, хересом. Хересом, да. И каким-то виноградным. Виноградный, там, да, это она есть. Блин, ну это так прям, ну сразу лордом себя чувствую. Очень мощный, насыщенный запах. Очень обалденный. Друзья, очень. Да, и какие-то сырные тона есть вот на заднем плане. Какая-то. Такой камамберчик где-то так вдалеке. Так. Да, какой-то и мармелад какой-то. Не, очень круто, ребят, очень. Обалденный запах. Запах обалдеть. До того многогранный и мощный. Каждый найдет себя. Здесь все. Ну супер. Друг мой, попробуем. Фух, долго ждали. Да ну, прямо интересно. Себе, да. Сколько ждали. Долго. Это не мягко сказано. Когда меня спрашивают, пиво, это такой напиток. А что, оно через 5 дней оно закончится, да, уже скиснет? Блин. Ну как, вот как вот людям сказать, что это пиво? Вот скажи мне. Слышишь, вообще шок. Настоящий шок. У меня нет слов. Конечно, до того многообразно и
вкус сладковато. Ну, кисленький, сладковато, потом кислые тона, вот винные, винные, и потом какие-то древесные копченые, да. Древесно-копченые ноты переходят до того многогранно и многообразно, что невозможно сразу описать словами. Ну, запах больше, я вам скажу, передаю даже вот честно, вот вам скажу. Запах более такой. Блин, обалдеть. Классно. Да. Трюфеля, честно скажу, не чую. Не чувствуется, да. Не чую. От того оригинального запаха грибного. Ну, вискарный чувствуется. Ну, вискарный, не знаю. А я чувствую. Я чувствую такое что-то вот вискарное. Ну, я даже не могу сказать. Обалдеть. Очень. Просто обалдеть. Я в шоке просто. Не, в виде передачи дальше я просто. Обалденно. Да, тут даже не хочется ничего. Просто говорить, описывать. Обалдеть. Наслаждаешься. Блин, обалдеть. Просто вот грани открываются больше. Запахи, свои грани, вкус, одна грань, вторая, третья, четвертая, пятая грань. Проглатываешь, и после вкуса пошло следующими гранями такими играть. Жорший, вообще. Жорж, спасибо, что ты за меня все сказал. Да, ну, мне, я просто попью. По большому счету, я даже ничего не сказал. Я от одного запаха просто в шоке, честно говоря. Я даже вкус, у меня уже просто энергии не описывать. Потому что, ну, запах просто обалдеть. Не ожидал. Я не ожидал. Просто наслаждение вечера. Честно. Обалдеть. Обалденный. Огромная респектуха. Огромная респектуха. Игорь Савнойленко. Игоречек, приветик. Дмитрий Некрасов. Дмитрий, здравствуй. Да, Андрей Фролов. Андрюш. Всем ребятам шедевр. 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 Вы создали шедевр. Да. Ограниченная варка, limited, кстати, очень жаль. Edition, да. Ну, нам повезло. Нам повезло, да. Мы попробовали. Мы попытаемся внести в народ, в люди, что по-настоящему есть потрясающее пиво в таком стиле. И есть чему стремиться, и я думаю, надо будет что-то подобное, наверное, сделать, да? Бочку где-то найти. Потягаемся, скажем так, немножко. Да. Да, и все-таки время делает свое время. Время свое время делает. Время делает свое дело и дает такой многогранный. Мы сейчас с тобой молодые, мы можем этим поиграться, скажем так. Да, и бочка дала свое. Бочка дала свое, конечно. Класс. Я не могу передать, вот, дать камере. Жаль, понюхать, это до того шедеврально. Да. Жаль, это пиво не назовешь, вообще не назовешь. Да, в обычном понимании пиво это конечно, не пиво. Это высоко, это, сразу говорим, это высоко. Да. Трипель, барлевайн, ячменное вино. Тут все стили воедино. Спасибо ребятам. Шикарное пиво. Ну все. Спасибо. Пока. Здорово.